challenge time. И снова всем привет. И сидишь такой, знаете, думаешь, что ладно, созрел, надо уже записать раз в две недели хоть одно видео, там, не знаю, это нейроавтомату, допустим, и тут раз выходит обнова теста. Ну что ж, продолжим его. И мы хотели пройти лифты, но я тут побегал, посмотрел, что к чему, и оказывается это самое. Вот какие-то испытания добавили, смотрите-ка. Вот. Надо будет потом глянуть. Вот. И, ну, я смотрю, что еще какие-то штуки открыли дополнительные, поэтому надо обязательно их вначале допроходить, потому что это типа вон ключевые трюки и прочее, прочее. Может, ты вначале загрузишься, а потом будешь показывать? Если игра целиком, что? Можно мне... подобным действием. Хе-хе. Сейчас вернемся чуть назад. Надо бы еще кнопки вспомнить. Так, в это замедление. Т быстрая обмотка. А, подожди, мне типа не надо, потому что я ж... Да, я просто вижу синий, думаю, они... Какой-то это... Тык-тык-тык нужно делать, типа того, да? Допустим. Вот это подстава! Вот об этом я что-то не подумал. Да я еще думаю, в чем же подстава-то? То, что мне нужно выкинуть синий, да? Или мне нужно вначале выкинуть красный? Чтоб он вот докатился вот до сюда. Ну, можно и так, да. Я просто боюсь подпрыгивать, я не знаю, там... Или нам впры... Подожди, я чё? А я и синий выкинул? Так, ну можно сделать вот так, я так думаю, предполагаю. Или нельзя? Ага, на синюю нельзя напасть. Да что ж такое, привычка забирать его сразу. Так, это остановка, подожди. Опять 10 тысяч, блин, штук. Ты его опять сверху оставил, да? Мне сверху не надо. Я бы на самом деле еще дальше бы отмотал, наверное, до того, как я потерял. Так, с помощью F, да. Вот. Синий я заберу и... Не знаю, может мне... А я отсюда, кстати, его смогу взять? Нет, да? То есть через эту я не могу взять. Нужен ли вообще мне синий? И вот в чем вопрос. Нужен, потому что иначе я вот здесь, да, не пройду. Но я на всякий случай его пока отложу. Еще я могу, да, быстро-быстро бегать. Да чтоб тебя. А... Знаете, что я хочу? Надо же проверить было вначале. Подожди, а я же его могу сейчас, наверное, в воздухе, да, поймать, нет?
похоже, что нет. Я просто пытаюсь придумать более простой путь. И тем самым увеличиваю время прохождения. Как всегда. Короче, прыгать вообще на самом деле, похоже, нельзя. Катись, катись, катись. Колбаской, давай, давай. Да что ж такое с этими кнопками? Такое ощущение, что музыка взята, знаете, из периметра, из этого Завета Императора. Какая-то уже такая же. Давай, 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 катись, катись, катись. Так, давай, 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 давай. Интересно, на какой максимум я могу? Ну, кстати, да, довольно большой. А вот здесь мне вообще не надо на самом-то деле. А! Отдай. Подожди. Так я мог его так, наверное, бросить. Теоретически. Вот оттуда выпрыгнуть, вот так вот бросить его и... А что за испытание? Надо хоть глянуть. Прямо здесь, допустим. Не прыгать? Какие-нибудь, знаете. Так. Показать из... А, нет, это диалоги. Диалоги надо. Видосики. А вот испытание. То есть не выбрасывать еще, так? А, не использовать Т, не использовать В. Так, заново. А Т у нас это остановка, но она мне не нужна. А, блин, я же без этого-то и не смогу. Блин, что там? Не использовать управление? Серьезно? Я не совсем понимаю тогда необходимость в синем как таковым. Ну здесь, да, я не смогу это самое перебросить его отсюда. Я не смогу. Нет, я могу, наверное. А давайте попробуем.
Или ты теперь уже не умеешь стоять на шарах? Как-то я ж я стоял. Или нет? Разве нет? Ну, теперь сюда сквозь них прохожу. Отсюда, отсюда кинуть. Ну, покатится он туда. А! Пока что, если честно, я не врубаюсь, как можно без В это сделать. Без Т, пожалуйста. Ладно, этим мы как-нибудь займемся в следующий раз или в другой просто. Левитацию давайте посмотрим. Еще раз, да. Как вы догадались, левитация не является исконной способностью человеческой расы. Но это нельзя назвать самостоятельной способностью, скорее производная. То есть, подождите, может быть здесь как раз? Так, ну я не могу вот так вот оттолкнуться от шара. И меня как бы не научили, что жать-то. Тут есть где-нибудь... Ну-ка, что за испытание хоть? Не использовать Т. Т это у нас остановка. Да, ну-ка. Так я все равно не могу на него запрыгнул. Что-то я не Ферштейн. Подожди, я... Или в смысле это самое? Тут ничего и не надо. Пройдено испытание про... Давайте посмотрим, просто что-то я вообще не догоняю. Что это у нас за херня была? То, что мы... Нужно и синий, и красный получить. Я нажал Е, и оно, часть пропала. Инструмент. А подожди-ка, вот еще раз. Так, ну тут по-другому никак-то не сделаешь. И что, оно изменилось? Ну, не пойму. Ладно. Потом с этим разберемся. Ёб твою мать. Это еще что за ботва? Там мне опять нужно по ним скакать, типа, да? Чик-чик-чик-чик. Ну, допустим. Тут стена, правильно? То есть мы останавливаем время. Я хотел этот забрать.
Ну окей, не знаю, мне, наверное, и двух хватит. Вообще не пойму, в чем проблема пока что. Дополнительные проверки, ну как бы я примерно догадываюсь, какой еще вариант можем. Давайте попробуем. Это точность называется, да? Хотя мне кажется, я не смогу так перепрыгнуть. Даже с ускорением. Или смогу? Охренеть. Дайте мне ачивку какую-то, чё вы? Когти. Ну, то же самое, правильно? Я ж в прошлой то же самое сделал, разве нет? Ага, еще надо умудриться подобрать этот, да? А, ну можно так, да. Это было не слишком сложно. Хотя это ж базовые штуки, а мы их как бы уже... Столько съели. Мы накушались с этих штук. Так. Вот так. Странная фигня. Как тогда? Подожди. Я физически не смогу запрыгнуть до такого момента, чтобы он перестал быть эфирным. Или мне надо, я не знаю, туда-сюда отбегать. Но это бредятина. Или мне нужно с разбегу кидануть под себя. На, понял, кажись, ладно. Угу. Видимо, это вот так. Еще теперь умудриться попасть на мячик. Физика добы. Фух. Отлично. И вверх. Или я только смогу на пшикалках? Так, а я мог там или не мог? Нет, наверное, там не мог. Ладно, об этом я подумаю как-нибудь на досуге, а пока...
Ну, то же самое, кстати говоря. Как-то умудриться надо. Ну, я пока вообще даже идеи у меня нету. Или мне действительно нужно убрать просто Т? То есть, смотрите, мы... Тихо. Отматывай дальше. То есть, смотрите, мы включаем вот эту штуку. Подпрыгиваем ее, выкидываем. Что-то не сильно помогло. Так, тогда, может быть, тихо, стой на ней. То есть мы здесь сейчас подпрыгиваем. Падай, падай. Только, по-моему, ты совсем упал, да? Так, подождите, что-то я пока не догоняю абсолютно. Как мне это сделать? Сильнее вниз надо кидать? Нет, вот он опять ударился об этот просто. Или... Нет, он не ударился. Это я ударился об него. Так, но этого мне все равно будет мало. То есть опять, да, я поднимаю его. Точнее, прыгаю, поднимаю, выкидываю, нажимаю Т. Пролетаю мимо. Шикарно. Можно мне еще сильнее замедлить время? Что-то я не пойму, он как-то отпрыгивает странно от него. Прям вообще сквозь него пролетел. Что-то я вообще не догоняю, как вот эти штуки проходятся. Что ты вообще выпал? Надо было до того, как я выкидываю, время-то убрать. Но со всеми кнопками, не знаю, запутаться на самом деле, вот просто расплюнуть. Так, еще раз. Стою на асфальте, я в лыжи обуты. Мне просто еще очень сложно определиться с высотой. На какой высоте нахожусь, на какой высоте находится мячик.
Вот ты скажи, мячик, ты сейчас где вообще? То есть, ну вот пролетает он сквозь него, я не понимаю абсолютно. Как с этой херью бороться? Или вы действительно предлагаете мне выпрыгивать из него и опять на него запрыгивать? Ну это же бред. Вот как-то так, серьезно? Давай попробуем, не знаю. Да, получилось. И что, вы мне предлагаете дальше так прыгать? С ума можно сойти. Давай допрыгнем до кнопки, ну, пожалуйста. Хер там. Так, еще раз. Да это бредятина, вы чё? Чё-то это перебор на самом деле какой-то. Так, это говно всё прошли. Обмен. Давайте посмотрим, его нету. В принципе, полностью требует, чтобы использовать прошел цепочку уровней, проверяющих наиболее важных концепций разумности. Оу, тут куча говна всякого, да, и решетки, сквозь которые надо, наверное, обмениваться телами. Еще какая-нибудь лажа. Нет, что-то не вижу пока, с кем можно обменяться. Там мячик. Если я упаду, то я упаду с концами. Здесь стекло. Давай упадем, посмотрим. Красный мячик. Ну, зачем ты сюда упал? А мне вот сюда, наверное, надо. Лифт! Кайф. Где? Где лифт? Или что это? Вон тот лифт, наверное. Да, вон тот лифт. Окей. Вверх, пожалуйста. Смотрим, что тут. Тут я могу... Да. Могу, но зачем? А, чтобы забрать синий. Чисто для того, чтобы забрать синие. А что у нас по синему? По синему у нас вон там проход. Что мне дает синий, интересно, там? Нет, я хотел прицелиться, посмотреть. Непонятно, что дает синий. Ну, давай посмотрим, что нам даст синий. Нет? Не докидал? Давай только не падай, куда тебя не просят. Так, только мне подожди, а красный... Без красной я не поднимусь. Тут зеленый. Хм.
Так, подожди. Без красного я не смогу нажать на лифт. И тогда, когда у меня будет зеленый, как мне назад выйти? Как мне назад подняться? Ну, интересненько. Тут нету ничего такого, да? Тут нету, там нету. То есть я не смогу синий вытащить. Блин, а вот это интересно. Это прям... У нас есть зеленый. Мы сможем выйти. Зеленый, но только с зеленым. Без синего. Мы сможем выкинуть зеленый. И, в общем-то, все. Я выкидываю зеленый и остаюсь там до скончания веков. Я ж не смогу лифт заранее нажать. Или смогу? То есть, когда он начнет подниматься, типа, я нажму его еще раз. Вау, как ты быстро. Ха, вот так, значит, да? Хм, вот это интересно. Интересно, интересно, интересно. А, да, рано еще. Вот где-то так. То есть, смотрите, мы сейчас забегаем. Нажимаем. Выкидываем мячик. И запрыгиваем. Где, мать твою, мячик? Get over here. Теперь идем... А, не так. Нехорошо получилось. О, отлично, кажись, получилось. Забираем зеленый. Выкидываем зеленый, идем сюда. Убираем паузу. Тю! Одна из таких концепций — нахождение правильного нюанса в устройстве мира, позволяющий обойти возникающие трудности. Почему дальше все заблокировано? Это одно из требований принципа полноты. Дальнейшая проверка по этому принципу есть смысл только если уже получены данные из других частей теста. Пространство. Че, может, пойдем по лифтам? Или вот где у нас тут еще есть? Неоткрытые фиговины. Лифты. Лифты вообще не сделаны, да? Так, подожди, вот. А, это лифты сюда уходят. Подожди, а как мне... А, вот близнецы. Близнецы пройдены полностью. О, вот тут что-то новое. И маленькое. Этот уровень — ключевая проверка, после которой мы даем испытуем доступ к изолированной зоне. Запрещенная в основной части эксперимента из-за нарушения конвенции о защите разума. Чё? Вы хотите сносить мне мозг сейчас? Систематически сносить?
тут небо. Интересно. То есть теоретически я могу его выкинуть куда-то. Вопрос, куда и зачем? Стоп, что? Я не понял, я... А это нормально? Ты что, одностороннее стекло? Мне кажется, такого должно... не должно было быть. А, вот сюда я могу закинуть, ладно, понял. Мячик, мячик, давай лети дальше. Наша Таня громко плачет. Инопланетяне мозг ей хреначат. Таня, Танюшка, не плачь. Вот держи ты синий мяч. Хотел бы я сказать, но нет, верни его назад. Нет, не успею. Понятно. Ладно. Мы проходим сюда и забираем нашего друголя. Этим друголем мы запрыгиваем наверх. Не знаю зачем. Другаль, зачем я тебя забрал? Объясни мне. Что мне это даст? Я бы мог прям тебе даже, кстати, кинуть мячик. Чтобы от этого изменилось. Там закрыто стеклом. Так. Тут что-то надо делать с этим, да? То есть, может, тебе мне надо было подтолкнуть на самом деле? Вот... А-а-а! Что за стекло такое? Да, мне вот тебе туда надо было на самом деле запихивать там. Тогда, во-первых. А, как я тебе... А, ну правильно. Лови мячик. Ага. Поймаешь? Да твою же дивизию, долбанный мячик. Ты перепрыгнешь или нет? Так, подожди, ну пройду я. Но как пройдет он? У тебя же мячика нету. Да ладно, вы чё? Да вы издеваетесь. Давай попробуем. А как я сейчас воплощусь тогда в него-то? И тут закрыто, главное. Так, отдай мячик. Я отключил уже эту. Так, подожди. Я могу... Блин, придется извращаться очень сильно.
давайте попробуем. Я не уверен, что это нормальный вариант. У нас не зря же там научили хренотне. Да ты выйдешь из, блин, из шара. Давай, давай, ползи, ползи по шару. Да, именно так. Иди-ка, папочки, иди. Хороший песик, хороший. Ну. Ах ты ж маленький гаденыш. Ах ты мелкий. Но не так далеко. Так. Если я ему даже туда закинусь, что мне это даст? Я на них к нему так не смогу. Портнуться. Так, а я, если ему передам синий шар, он сможет сюда ко мне попасть? Думаю, что сможет. Но он не сможет потом выбраться обратно, чтобы получить, так сказать, вознаграждение в виде мячика. Я могу отправить его одного туда, и он тогда здесь мне перекинуть мячик. Видимо, как-то так, да. Дружище. А, ну перекинет, он перекинет, а как он свяжется со мной? Вот так он свяжется со мной, да? Возможно. Блин, как замудрено. Чё ж ты делаешь? А, тут и не надо. Или надо? Да блин, выкинь его просто, ну. Так, теперь я выбрасываю шар тебе. Через решетку с тобой связываюсь. А ты меня так уберешь и приносишь этот шарик, потому что ты братка. А братки друг другу помогают. Ха! Это было классно. Классно. Респектуха. Прямо респектуха. Мне очень понравилось. Давай еще. Вильгельм Тель. Яблоко придется с башки отстреливать, серьезно? Вон и красная штука в виде яблока, да. Так, X у нас, насколько я помню, это делает. Стену убирает. Интересно. И что-то еще, видимо. Это лифт наверх, да? Ну, сейчас мы вначале проинспектируем, что вообще нас ждет. Тут еще один лифт этот. Для возвращения назад.
Чёт столько лифтов, меня это как-то пугает. Синий мячик. И братуха. Блин, а тут нажимать, возможно, надо. Ой, брательник, объясни мне, зачем мне здесь красный мячик? Вот и я не могу ответить. Что будет, если я нажму на кнопку? Ну что, он просто в этот впечатается? Это странно. Ага, вот куда я могу закинуть мячик. Ну-ка, дай мне тогда его. Если тебе не сильно сложно. Благодарю. Давай я пока один схожу. Хотя, возможно, надо все-таки вдвоем идти, чтобы я в любой момент смог переключиться на другаля. Да, другаль? Пойдем, другаль, пойдем, другаль. Другаль, тут куча странных силовых полей. Ничего, разберемся, другаль. Вот то самое место, которое что-то должно дать. Подожди. Мне нужно опять так встать, чтобы я был. Биполярным. Прям как твое расстройство. Ага. Угу. Другаль, я возвращаюсь к тебе. Короче, другаль, будь другом, кинь мячик. Возможно, даже сразу так. А, нет, так я не могу кинуть. Потому что это долбанный лифт. Так, подожди. С лифтами что-то надо делать. Лифтов аж 10 секунд. Я могу пойти сюда, но мне нужно... Это ж последний лифт, да? Который мне понадобится, чтобы... Чтобы сразу спуститься сюда. Угу. Так. Другаляк.
Блин, там уже ударился. Значит, мне как-то по-другому это надо сделать. Если его просто подброшу. Вынести его отсюда не могу. Там высоко и, возможно, бесконечно высоко. И этими прыжками это, конечно, теоретически можно, если там нету невидимой стены. Я же не могу, наверное, сделать так, чтобы он по моей голове скатился. Вильгельм Тель. Может быть, все-таки это и значит, что он должен по голове как-то скатиться. Я и назад не успею прибежать. Как минимум потому, что кнопка-то будет закрывать мне проход. Да, я думаю. Что уже означает мою разумность. Блин, что-то такое ощущение, что я еще не знаю, что позволит мне. То есть, почему открывается вот эта штука? Как минимум, наверное, для того, чтобы он мог со мной связаться. Но как он это может сделать, при условии, что я стою здесь, он стоит там, и это надо ему сверху стоять. Но он не сможет так сделать. Блин, подождите, я нажму на паузу и подумаю. Так, момент истины. Нет! Нет, ну нет, блин. Почти ж получилось. Короче, идея, похоже, правильная. Реализация, как всегда, немножко хромает. То есть где-то вот так тогда я выкидываю мячик. Я просто не знаю, есть ли смысл чуть-чуть вылазить. Иду сюда на штуку, которая уже практически приехала. Забегаю сюда, нажимаю кнопку. Мячик ударяется об эту стену и летит он в ту. Бинго! Ох. Только удовольствие прям. Браталек, спасибо. Требование к этому уже звучало так. Робот должен положить шарик себе на голову. Серьезно? Разработчикам что ли написать, что я не нашел правильное решение, но прошел. Фу, не Вильгельм Тель. Давайте хотя бы просто зайдем уже поздно, но чисто посмотрим, это тот же самый уровень. Красный мячик снизу. Подожди! Я выкинул мячик, а нахера он нужен?
Серьезно, нахера нужен мячик? Подождите. Вообще-то точно такой же уровень, по-моему. Ой. Чуваки, да тут еще проще. Вам не кажется? А зачем вниз? Вообще есть смысл вниз, нет? Не вижу. Серьезно, нахрена красный мячик? Я только сейчас вспомнил, что он был. То есть я его мог выкинуть сюда. И нахрена? Здесь тогда еще проще. Правда, не знаю, хватит ли мне заряда. Ну, хрен его знает, хрен его знает. Где-то в уровне появилось у нас при создании предыдущего. Снова тот же принцип, минимальное изменение, принцип специально другой случай. Ребята, вы его мне облегчили. Вот если бы первоначально это сделали, мне бы проще было. Вот этот уровень, потом вот это, тогда бы да, это было бы сложнее мне. А так, ну блин, ну такое. Замедление. Все, ладно, думаю, на этом мы закончим на сегодня, да, ключевые трюки, лифты, грани, пространство 2 нужно. Вот это все вначале пройти, видимо. Там вроде как большинство уровней вышли, там что ли один, то ли не вышел еще. Я там до конца так и не понял. Начнем с лифтов, наверное, в следующий раз, как и планировали. А пока все. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был хитрожопый Алекс Страга. Всем пока.